глаза закрыты. Да, да. Мало кто хочет. Давай. Может, с головой, ребята, будет лег. Включаем часы. Вытащи руки. Матчевая встреча началась. Можете комментировать. Мы устанавливали рекорд, официальный рекорд России по игре в шахматы в ледяной воде. Сегодня состоялась матчевая встреча двух команд, это Моржи и Медведи, по правилам шахмат, блиц 5 минут. Но общее время нахождения в воде 10 минут составило. Сегодня шахматы, сегодня, я не побоюсь сказать, мировой рекорд. Никто никогда до нас этого не делал. То, что они простоят 10 минут, я был уверен на 100%. Другой вопрос, смогут ли они ходить достойно, правильно. Вот это было немножко, да, люди тренировались, люди учились, люди вспоминали школьные свои годы. В этом отношении они на все 5 отработали. Мы могли бы и больше время сделать, но, опять же, возвращаясь к экспертизе книги рекордов, 10 минут – это просто, ну, небывалая цифра. Холодная вода сильно отвлекает от мышления? Нет. Соединяйтесь, поможете Паркеру. Тут очень много положительного. У нас, знаете, иногда шахматистов таких очкариков представляют, правильно? Так? А моржей только что они только и могут, что плавать в ледяной воде. А тут симбиоз, тут сплав интеллекта и здоровья. Вот настоящего сибирского здоровья. И я очень, знаете, рад, что даже по-сибирски название команд. Команда медведей и команда моржей. Ура!